Всем привет, ребята, снова я, Андрей Сухин. В общем, ребята, еще прокачусь я до Выборга из Санкт-Петербурга. Если не ошибаюсь. Вот. В общем, поехали. Ну а вам я только желаю приятного просмотра. Надеюсь, меня будет слышно. Потому что в видосе в одном, который буквально вот сегодня я снял, вот, меня там слышно, но плохо, вот. Ну и, в общем, ребята, решил еще заснять ЕТС-ку, вот. И, в общем, что ж, поехали. Сегодня покатаюсь еще чуть-чуть, вот, да и потом буду заканчивать. Ну вот этот данный видеоролик будет просто такой маленький и коротенький, вот. Теперь буду я говорить, но стараться более, как бы, поменьше. А то я помню, раньше тоже снимал и много общался, а там кто-то там мне уже стали в комментарии писать, что либо я много болтаю, или типа этого, вот. Вот сейчас бы, опять бы был бы у меня косяк. Поехал бы прямо, а мне надо сюда ехать. Ну, если кто-то понял, о чем я. Просто, ребята, если кто смотрел данный видеоролик, где я с Андрюхой ехал, вот, то у нас там были вроде два косяка было. Там, если вы видели, я ехал и повернул налево. А потом же мы пока с Андрюхой катались, надо нам было прямо ехать, мы повернули с ним направо.
И был такой косяк. Это вообще полный. Вот. Вот сейчас бы у меня бы еще был бы косяк данный. Если бы я ехал бы не направо, а прямо вернулся направо. Вот. А, ну и мы вроде уже скоро будем в Выборге. Ребята, сегодня ставьте, забыл вам сказать, что я сегодня днем пока катался, снимал ЕТС-ку, вот, то у меня уже данный видос готов, и он уже на моем выйдет и будет на канале уже скоро у меня. Вот. Вот такие вот дела. А, что ж, ребята, в общем, груз я уже сдал. Вот, надеюсь, что в этом хотя бы видеоролике меня будет слышно. Вот, когда он, вот этот данный видеоролик выйдет, может либо сегодня, либо завтра на мой канал выйдет этот видеоролик. Вот. Ну а так, то с вами был, как всегда, я, Андрей Сухин. А если вам данный видос зашел, то ставим палец вверх, подписка и колокольчик. И всем пока.